Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Вы знаете, мы жили когда-то в государстве, которое называется Молдова. Сегодня отдельное такое самостоятельное государство. Пробую себя в этом качестве. Не все получается, но, как говорится, как хотели. Уезжали мы оттуда не потому, что хотели уехать, а потому что ситуация изменилась, и нам было очень непросто там находиться. Живем в Израиле уже больше 23 лет. Для нас Израиль стал родным, абсолютно, честно, искренне вам говорю. Мы любим эту страну, все переживаем за нее. Мы много лет уже в другой стране, но тем не менее у нас ничуть не изменилось наше отношение к нашей Молдове родной. Мы все так же ее любим и считаем ее своей. И мы сохранили эту музыку в наших сердцах. Несколько молдавских мелодий.
Виктор Никишин. Приехал в Израиль из города Иваново. Коллектив у нас. Вот я вам хочу сказать, что мы приезжаем сюда с удовольствием, потому что чувствуем, что у вас тоже все хорошо. Дай Бог вам процветания, дай Бог вам здоровья, мира, добра. Я хочу сказать большое спасибо моему большому другу и организатору фестиваля Эдуарду Туманскому. Похлопайте, конечно. Также Екатерине, которая помогает, конечно, все. Безусловно, Михаил Абрамович Скоблевоку, который участвует в этом и во многих мероприятиях. Спасибо, Михаил Абрамович. Я приветствую здесь организацию «Лимут», которая находится в зале, которая много делает для всего мирового еврейства и для всех людей, конечно. И я хочу сказать всего самого наилучшего. Шалом. We'll be right back.
спасибо вам огромное. Туда вахем! Саня Кройтер! Саня! Саня Кройтер и его команда! Oh,
машину в план. Ребе мила хан бодеда, рев маребе хан мондода, леорем гамлу эйзе олам кипла. Аллилуйя, им каши. Через год на этом самом месте, чтобы все были живы и здоровы. По традиции заведенной симки в Казани, все еврейские вечера заканчиваются пением вместе с залом. Я думаю, что припев про тумбалалайку вам записывать на бумажке не надо. И... Воском басом, басом он реган. Воском ремен, ну, не той ларен. Воском пенькен, пейнен он тренен. Все.